Вот это типичная улица Беверли-Хиллз, это США. Это один из самых дорогих и красивых районов США. Самых дорогих и красивых улиц. Здесь 200 лет не было никаких войн. Здесь 200 лет не было никаких войн. Не было Первой мировой войны, не было Второй мировой войны, не было революции. И здесь все люди очень зажиточные. У них братья, сестры, дедушка и бабушка. Все, как говорят, живы-здоровы, живут и да здравствуют. И они не имели особенно никаких проблем. Потому жизнь хорошая здесь у них. И не потому, что они богатые, как многие говорят, минусы, плюсы. Здесь США не совсем дело в богатстве. Дело в том, что freedom и спокойствие, и государство более... Take the second left onto Whittier Drive. Государство более give freedom этим людям, и... И не такое уж совсем наглое и плохое, как у нас. И дает им спокойствие и, спокойствие и удовольствие жить, наслаждаться жизнью. Вот такая типичная улица в самом дорогом районе. Это Беверли-Хиллз штата Калифорния. Так что эти улицы очень-очень здесь дорого, дома миллионы стоят. Ну, вы также можете купить дом и в дешевых городах и штатах. И может 100 майлов отсюда, даже 50 майлов отсюда, дом намного в 10 раз дешевле, чем здесь. И так что... Вот такие дела. Это Александр Байбл из США. Continue on Wilshire Boulevard for 6 miles. Так что это Wilshire Boulevard, это более бизнес, здесь гольф-клубы и такие дома высотные тоже, как апартменты, здания тоже есть здесь. И вот такие дела. Так что я вам всегда и все люди показывали хорошие районы США. И все хвалятся. Но я хочу вам тоже показать и рассказать о плохих районах США и о минусах США. Для того, чтобы не только я не хочу никого обидеть, ни американских людей, и не... Я покажу, что-то есть. Я просто буду передавать. И здесь нечего плохого, и нету никакого секрета. Показывать плохие или хорошие районы. Обычно люди все хвалятся и показывают хорошие районы, и показывают минусы. Так мы все равно должны рассказывать и говорить о минусах, и говорить о минусах для того, чтобы мы сами исправились. Для того, чтобы мы сами работали, больше у нас было настроения работать, учиться и действительно, как сказать, разрешить эту проблему, почему же действительно минусы. Существует даже в такой стране, как США. США считается номер один страна в мире. И я думаю, что это правда. Здесь полно есть... Можно купить машин дешево, можно вещей достать полно. У нас много есть как бэушные вторые руки. Второй хозяин, третий хозяин, есть машины можно купить, второй хозяин можно одежды купить и обуви. Если вы нищие, вы можете купить вторые руки, second hand, второй
хозяин. Так что есть и дома тоже second hand, есть и дома и 10 hand. Так что есть и дома однобедренными старые, 100-летние, есть дома и 10-бедренными, brand new. Так что есть разные, не только дома, но и сколько и площади, много комнат, чем больше комнат, тем и дороже. Так что вам не обязательно покупать дорогую машину, вы можете купить дешевую, чтобы меньше ела бензина, а также можете купить однобедренный, двухбедренный маленький домик. Вам не нужно покупать машину за 250 тысяч, и вам не нужно покупать дом за 50 миллионов. Так что попервую, может, обойдется в дешевке, а потом ваши дети или внуки, когда они здесь выучатся, закончат университеты, найдут хорошие работы, они могут работать и получать, и покупать, что они хотят. Ну так, вот это наша такая жизнь в США. Всем привет, следите за моими видиками. Это Саша. Hi, bye, еще раз. Вот это так США. У-у-у!